Огромное спасибо за вашу работу, за ваш труд классный. Вы дарите действительно очень классные эмоции, ваш рост дарит хорошие эмоции. И сегодня мы будем вас чествовать, будем вас поздравлять. Вот. И мне кажется, эти дни я просто была на пике такой радости, да? Я вот еще тут на грудном вскармливании, да, и, наверное, говорят, что когда ты получаешь положительные эмоции, даже молоко становится очень вкусным, так что спасибо вам, передает привет мой почти 4-месячный сынок, в эти дни, наверное, у него было очень-очень вкусное молоко. Вот, ну что ж, это так, лирическое отступление, поехали, да, ребята. Сейчас, секунду, у меня тут слайды. Не переключается. Итак, первая наша ступенька, да, люди, которые сделали 3% у нас, собственно говоря, их сегодня мы поздравляем, и это у нас Данилевская Наталья, Баскаева Соня, Черняева Светлана, Мавлицкова Алина, Мирзаджанова Муфазалхон, прошу прощения, Аскарова Резида, Бахтиярова Лилия, Закирьянова Регина, Тайфуров Гамир, Кочелаевская Екатерина, Лунева Гульнара, Попова Анастасия, Воронина Татьяна, Бубнова Ирина, Буз Марина, Кулак Галина, Сердиоглова Анна, Лыпнева Елена, Рахимова Ирина, Пушкарева Ирина, Бекжанова Динара, Смирнова Кристина, Матюшина Ольга, Шакирова Екатерина, Петунина Юлия. Друзья, аплодисменты всем этим людям. Это люди сделали свой первый уровень на лестнице нашего, на нашей лестнице успеха. Мы желаем им дальше расти очень быстро и скорейшего попадания уже в менеджерскую команду, а оттуда прямиком в директор. Друзья, дальше, да, мы переходим к поздравлению новых 6%. Это Храмцова Эльвира, Никанорова Валентина, Палалеева Елена, Шмакова Алена, Власова Алена, Хажимуратова Зельнара, Мальцева Анастасия. Аплодисменты, друзья, всем этим людям. 6% – это тоже уже вторая ступенька на нашей лестнице успеха. И мы вас, девчоночки, тоже поздравляем с этим классным уровнем. Особенно хочется ответить Храмцову Эльвиру, друзья. Первый каталог с нами, Эльвирочка, и сразу уровень 6%. Вот. Так, ну и мы переходим, в принципе, к менеджерской команде. Да, у нас есть очень много новых 9%. Вот, друзья, мы сейчас сразу же их начнем поздравлять, потому что сегодня, на самом деле, у нас подготовлены для вас очень хорошее выступление наших растущих менеджеров, да, поэтому мне хочется, чтобы вы не только сегодня меня услышали, да, а услышали еще обязательно наших девчат. Итак, мы сегодня поздравляем Осягину Каролину, Султанову Ларису, Поспелову Гулю, Купиенко Анна, Агай Виолетта. Вот тоже как бы пример. Плохо слышно меня, да? У меня вроде все на максимум. Я попробую так поближе говорить. Сейчас, вообще-то, нет, не на максимум вру. Сейчас немножко добавлю. Так, дальше, да, ребят? Ну, вот так вот только по максимуму могу. Поближе. Так лучше? Так лучше меня слышно? Короче, у кого-то хорошо, у кого-то не очень. Так, мы поздравляем сегодня также с уровнем 9% Черномырдину Дарью, Удалову Юлию, Куприенко Анна, Екатерина Мишукова и Титова Ксения, тоже менеджер 9%, и сегодня... тоже вот хотелось бы отметить, что два каталога всего в проекте у нас Екатерина, и она уже уровень 9% делает успешно. Вот, и сегодня хотелось бы дать слово Кате, поздравить ее с этим замечательным уровнем, да, пожелать успехов, Катюша,
и дать тебе слово. Катя сейчас поделится своим секретом успеха, да, что она вообще тут делает интересного, почему она с нами. Катя, если ты здесь, подключайся, пожалуйста. Я пока продолжу. Поздравления 9%. Это еще у нас Облицова Альфия, Таланова Анна. Ага, все, Катя у нас подключилась. Отлично. Здравствуйте, Катя, тебе меня зовут слово. Мужикова Екатерина. Очень рада тебя Я видеть. мама двоих детей, сейчас нахожусь в декрете. Вот, в принципе, с чего все началось. Мне хотелось какой-то финансовой самостоятельности и мысль о том, что хочу свой бизнес и не выходить потом в дальнейшем на ту же работу, с которой я вернулась. Я работала в страховании всю свою сознательную жизнь. Вот, она как бы созревала. И тут увидела именно объявление Веры Полиной на странице, что требуется менеджер в интернет-магазин, как написала, и вот я здесь. То есть, как бы, ну, сразу же включилась в работу, потому что почему? Потому что видела перспективу роста. И в дальнейшем познакомилась с командой, мне это все безумно понравилось, то есть команда, которая поддерживает, которая всегда, всегда на чеку, то есть любой твой вопрос, и мой наставник, это не только наставник, это там, руководитель, начальник и тире-психолог. Вера, большое тебе спасибо. Если бы не ты, может быть, ничего бы не получилось. Вот. И вообще, в принципе, как ну, вот с такой командой, с таким начальником я вот достигла такого уровня, да? Как, в принципе, я работаю. Ну, я сейчас, по крайней мере, работаю только в одной сети, это именно сеть «Контакт», общаюсь со своими знакомыми, друзьями и друзей, то есть как бы привлекаю, да, что я делаю? Просто отправляю сообщение именно с предложением о работе, то есть как бы никого не обманываю, сразу же пишу, что требуется там, ну, определенный текст, да, вот, и, ну, уже как бы есть результаты, есть люди, которые, в принципе, заинтересованы в работе. Ну, и так. Совет вообще новичкам никогда, в принципе, не останавливаться, всегда не сомневаться в себе, идти только вперед, если что-то не получается, обращаться к своему спонсору, он тебя всегда поддержит, и только вперед. У меня все. Подключайтесь обратно. Спасибо. Так, спасибо тебе огромное, супер. В общем, зажгла всех. Умничка, желаем тебе дальнейшего роста обязательно, в общем, скорейшего попадания в директорскую команду, но я думаю, что действительно с таким наставником, с таким спонсором и с твоим, с таким правильным, очень правильным настроем, я думаю, что все обязательно в ближайшем будущем у тебя получится, все супер, удачи тебе, вот, и мы продолжаем, да, поздравлять наших 9%, их у нас на самом деле очень много, Облицова Альфия у нас, Таланова Анна, я уже вот говорила. Родионова Светлана, это главный фотограф нашей команды, все, конечно же, ее уже узнали, даже я уже лично с ней знакома, вот, Света тоже в нашем бизнесе, и, Свет, мы тебя поздравляем. Вот, дальше, ребят, я поздравляю Ярашкину Алену с уровнем 9%, Аленушка, молодец, удачи тебе, успехов. Дальше у нас Ермолова Татьяна, Тхир Роман, менеджер 9%. Коробка Светлана, Коваленко Елена. И Фалалеев Игорь. Игоря тоже особенно хочется отметить, тоже человек с нами, два каталога всего в нашем бизнесе, и, в общем-то, сразу уровень 9%. Очень здорово, Игорь, мы тебе желаем тоже дальнейшего роста, и все обязательно получится. Дальше, ребята, мы идем дальше, и мы встречаем новых 12%. Сегодня мы поздравляем Букрееву Надежду, Казаковскую Марину, менеджер 12%. Сейчас я хотела бы дать слово Марине, да, ну, пока Марина подключается, тоже 2-3 слова хотела бы сказать про нее. 2-3 слова хотела бы сказать про Марину. На самом деле, этот человек пришел именно по тому методу, да, когда мы передаем
телефона и звонит вышестоящий. Я сама лично ей звонила, да, то есть как мы, то есть не знакомы, да, то есть Юлия Валерьевна дала ее контакт, в общем, ну, почему-то сразу среди, тогда очень активно, да, это еще когда, до Нового года она пришла к нам, очень активно этим методом мы работали с командой Юли, то есть день там делали, менее делали 3-4 звонков, на самом деле очень много людей обзванивали. Но Марина сразу мне запомнилась вот именно по телефонному разговору, потому что она настолько открыта ко всему новому, то есть настолько она сразу приняла наше предложение, она не просто приняла, а начала просто штудировать, вникать, изучать, все дело, все, что говорила, я на все делала. И, в общем, результат не застал себя ждать. Сейчас у Марины очень классная уже команда. Вот, Марина, желаем тебе успехов, удачи. Мы верим, что у тебя все получится, несмотря на то, что у Марины двое детей, разница совсем маленькая. В общем, она удачно с этим справляется. Марина, подключайся, пожалуйста. Ты где, ты как? Слушай, Марина, вот я вижу, что ты не по ссылке спикера зашла. Ты выходи и заходи по ссылке спикера. Вот 1, 2, 5 заняты ссылки, 3, 4 можешь зайти из группы. Как сегодня днем мы с тобой пробовали. Марин, подпишись. Ага, все, выходи отсюда, вот как ты зашла. И заходи по ссылке. А я пока продолжу, ребят, поздравлять. Менеджеров 12%. Так. Я здесь. Тукмамбетова Ирина. А, если Марин, меня все отлично, Илья. Все отлично слышно, Марин говорит. Всем привет, меня зовут Марина Казаковская, вижу свою фотографию, да, я менеджер 12%, вышла вот в предыдущем каталоге, я сама этому очень рада, как бы я пришла от своей хорошей знакомой, мы дружили с самого, можно сказать, детства, это Юлия Валиулина, она меня позвала по методу «зову, не зовя». Ну, то есть не поинтересовалась моими друзьями, кто хочет дополнительно зарабатывать. Естественно, я сама этим увлеклась. Мне сейчас 29 лет, я нахожусь в декрете. Вот, у меня двое детей. Старшему 4 годика и младшей дочери у меня 1 годик. Вот, на самом деле, извиняюсь сразу за то, что я волнуюсь, потому что... Первый раз я выступаю, тем более я не готовилась в основном к этому выступлению. Скажу своими словами, вот, что очень не хочу выходить на свою работу, на которую мне придется выйти вот уже через месяц, в начале мая. Вот, но как бы я работаю госслужащим уже 7 лет. То есть в первый декрет я пошла. Я работала помощником заместителя губернатора Челябинской области, то есть, ну, такая ответственная у нас была работа, на самом деле тяжелая. Я ушла в декрет, потом я побыла в декрете, вышла, полтора года была сыном, опять вышла на госслужбу, поработала, 10 месяцев и опять ушла в декрет. Вот, а сейчас... Сейчас я... активно работаю, хотя времени у меня на самом деле очень мало, у меня всего там бывает, я ночами сижу работаю, потому что днем у меня двое детей, и они мне абсолютно ничего не дают делать. Давай. Пришла я сюда в компанию, на самом деле очень, ну, я пришла осознанно, я очень искала давно дополнительный заработок, если честно, и больше всего я искала свободу, потому что мне очень хочется больше быть со своими детьми, с семьей, и быть самой себе начальник. Вот. Сейчас у меня ну, как бы команда растет. Я нашла своих ключиков, которые активно уже и рекрутируют сами, и обучаются. То есть мне вообще все нравится в этой компании. Я понимаю, что сетевое это мое, потому что здесь вообще все возможности абсолютно меня все интересуют. И, как ты сказал, уже не хочу выходить на свою работу, вот, потому что на самом деле там сейчас все очень плохо, очень все сложно,
лишний раз никуда не уйдешь, не выйдешь, не позвонишь. Вот, поэтому я надеюсь, я туда выйду ненадолго с перспективой вообще увольнения. Вот, что хотела сказать ну, новичкам, я думаю, что в любом случае они здесь есть. Ну и, конечно, в первую очередь я хотела сказать спасибо своей команде, девочкам, которые, ну, поверили в мое предложение. Я очень рада, что сейчас присоединились сюда мои друзья, очень близкие, которые изначально многие в это даже не верили, думали, я сошла с ума, попала в сердце. Вот, поэтому я очень рада, что я здесь оказалась, что познакомилась, вот все, кто, наверное, сейчас меня видит, мы уже, в принципе, знакомы, скоро опять увидимся, 16 апреля, иду с удовольствием эту встречу. Вот, и спасибо девочкам, всем желаю вообще огромного роста, чтобы каждый в себя поверил до конца, не сдавался, потому что поначалу, мне кажется, у всех, вот, 12%, мне кажется, это какое-то испытание, а сольешься ты или не сольешься, потому что постоянно там отказываешься, и ничего не получается. Вот, главное верить в себя, обучаться и надеяться на лучшее, потому что все в наших руках. Вот, всем спасибо еще раз, всем пока. Марин, правда, очень искренне спасибо тебе. Действительно, Марина такой широкой души человек. Очень интересно вообще с ней работать. Она вообще, у нее нет вообще понятия там, нет, не смогу. То есть она всегда довольно-таки очень на позитиве. То есть это очень сильно мне нравится в тебе, Марина, это качество. То есть вообще бывают там всякие ситуации, но она всегда остается на позитиве. Это очень здорово. Марин, удачи тебе, роста дальнейшего. В общем, верю, да, и знаю, и понимаю, и вижу, что все будет у тебя хорошо в этом бизнесе. Успехов тебе, удачи. Вот. И мы продолжаем поздравлять дальше новых 12%. Это Тукмамбетова Ирина, это, в общем, тоже сестра Марины. Но пока она не совсем у нас активно работает, но, тем не менее, все-таки помогает, да, Марине? Так, Юсупова Светлана, менеджер 12%, это тоже, это ключик Марины, ну вот так вот они паровозиком пока друг за другом, но это вопрос времени, конечно же. Так, и еще у нас в команде Лариса Немчинова, Яна Ишимова, менеджер 12%, Яна, вижу, что ты здесь, срочно, нам нужна твоя хорошая фотография, мы сегодня просто все обыскали, нашли фотографию, сделать какой-нибудь слайд, и мы сегодня тебя без фотографий пока поздравляем, но не за горами новые уровни, поэтому ждем от тебя фотографии. Ян, поздравляем от души, удачи тебе, тоже успехов. Анечка Зубова, наша любимая, наша дорогая, город Оренбург, менеджер 12%, ура, 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 просто весть о том, что Аня, ну, дальше, да, еще ее вышестоящий спонсор, сделали новые уровни, в субботу просто сделала наш день, наверное. Ну, я не знаю, даже муж у меня заметил, я встала от компьютера, вся летаю тут по квартире, говорю, что случилось? Я говорю, вот так, вот так, вот Аня, с Верой сделали новые уровни у нас. Даже муж у меня тут уже знает, кто есть кто, искренне очень порадовался за вас. Девчат, Анют, ну, теперь самое главное не засиживаться, это самое главное, расти, расти, еще раз расти. Вот. Еще у нас один новый менеджер 12%. Это вот просто, я не знаю, этот прошлый каталог был каким-то прорывом тех людей, кто просто засиделся на своих уровнях. Дай бог, чтобы этот каталог был таким же. И, конечно же, особенно отрадно мне сегодня поздравлять менеджера Ольга Асыка. Оленьке сейчас я хочу дать слово. Вот, и 2-3 слова тоже скажу, да, про Олю. В общем, это человек, с которым мы познакомились действительно через интернет, да, то есть мы не знали друг друга абсолютно никогда и нигде не были не знакомы, вот, и я безумно вообще рада, что жизнь, работа, да, наш бизнес свел меня с этим человеком, потому что общение дарит мне истинное наслаждение, Оль, с тобой, и это человек, который... сделал все с нуля, да, сделал все сам. Так уж получилось, что вышестоящий спонсор временно пока активное участие не принимает в жизни Оли. И Оля буквально с нуля
дело 12% команды, и все впереди у Оли, потому что она действительно проделала огромный путь, лидерский путь. Оля, успехов тебе. Оль, подключайся, пожалуйста. Сейчас она тоже 2-3 слова скажет про себя. Оль, тебе слово. Оль, тебе слово. Привет всем. Меня зовут Ольга. Ну, многие знают меня уже. Вот. Хочу сказать, что, как и многие из нас, я тоже не сразу пришла в наш проект. Приглашали меня много раз, но услышала я только предложение от своей хорошей знакомой, за что я ей безмерно благодарна. Она открыла для меня такие возможности, которых я даже и не ожидала, если честно. Вот. Я, конечно, этому безмерно рада. Путь мой до 12% был не быстрым, но я практически ни на миг не засомневалась в правильности своего выбора. Очень довольна, что я нахожусь здесь, в нужном месте, в правильном месте. Вот. И поэтому я с огромным упорством расту дальше. И уверена, что надолго я не задержусь на данном уровне, у меня здесь другие цели. Сейчас в моей команде уже появились ключики, с которыми мы совместно теперь развиваем нашу команду. Я очень этому рада и очень благодарна им за работу совместную, за то, что они когда-то отреагировали на мое предложение и пришли в нашу команду. Поздравляю всех с успешным завершением 4-го каталога. Было это, конечно, круто. Я вообще очень люблю этот момент завершения каталога, когда чаты просто взрываются от поздравлений коллег, да, с новыми уровнями, с новыми достижениями. Это так круто. Наблюдать за тем, как растут партнеры, как покоряются новые ступеньки карьерной лестницы, это вообще мега позитив. Вот, а сегодня я впервые выступаю на поздравительном вебинаре, и происходит это потому, что теперь и моя команда также достигла высоких результатов, с чем сегодня я с огромной гордостью поздравляю своих партнеров, и также всех поздравляю с началом 5-го такого бомбового каталога, он точно принесет всем нам головокружительные результаты. Всем и каждому обязательно по бриллиантику в команду, чтобы в Болгарии наша команда была самой огромной и сверкала всеми гранями. Вот, спасибо вам большое за внимание. В общем-то, все, что хотела вам сказать. Альюш, включайся, пожалуйста. Алья? Оль, спасибо тебе огромное, если честно. Оль, спасибо тебе огромное, если честно, прям вам ура. Ты сейчас говорила, и я прям себя почувствовала. Отключаюсь. Не знаю, не меньше, чем на банкете директоров. Проникновенная речь лидера директора. Сейчас, секунду. Вот. Оль, правда. Ключевые слова ты сказала, не засиживаться, у тебя другие планы, на самом деле. Вот претворение жизни тебе о твоих планах обязательно. Ну что, ребят, самое вкусное осталось на потом, да? Менеджеры 15%, друзья, есть в нашей команде. И это очень круто. И сегодня мы поздравляем Хадиканову Марзию, Кадыргулову Гузель. И очень долгожданный менеджер 15%. Я вижу, Вера, ты здесь, да? Здесь Вера. Ты зайди, пожалуйста, под ссылкой спикера, ага. И мы дадим тебе слово. Ура, 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 друзья, еще раз ура. Вера Полина, новый менеджер 15%. Очень приятно, очень рада поздравлять сегодня Верочку, потому что это действительно пример трудолюбия, целеустремленности, пример хорошего отношения к делу, понимаете? То есть всякие были моменты у Веры, и моменты уныния, и моменты, в общем,
разные были моменты, но тем не менее Вера не сдалась, и это очень приятно, и результат не заставил себя ждать. Мне очень нравится вообще вот анализировать, да, вот путь людей, когда люди очень сильно меняются в мыслях, в делах, в поступках, да, за все это время. И по Вере вот очень можно сильно заметить, как действительно она выросла очень как лидер. И она действительно сейчас стала хорошим лидером. И, Вер, поэтому удачи тебе, успехов. Вер, а ты зайди, пожалуйста, по ссылке спикера. Или ты не дома еще? Ты сможешь, да, выступить, да, Вер? Ага, меня слышно? Меня слышно? Ага, все отлично. Вер, привет. Тебе слово. Что-то как-то вроде и готовилась, и знала, что буду говорить, но как-то все равно волнительно очень. Ну, что я могу сказать? Я очень рада сама этому результату. Спасибо большое всем за поздравления. Ну, я понимаю, и как бы всем хочу сказать о том, что особенно новичкам, да, что это, ну, понятно, что от вас, от вашего участия в этом деле будет зависеть полностью ваш результат, но в первую очередь, конечно, все зависит от людей, которые приходят к вам в команду. Я безумно благодарна девочкам, которые пришли к нам в команду, и все как-то завертелось, закрутилось по новой, да. Для тех, кто не знает, скажу о том, что я уже год в проекте. Мне вот недавно, я заходила на сайт, и мне там написали о том, что у меня юбилей, целый год я уже в проекте. Зарегистрирована как раз в марте прошлого года. Очень быстро начиналось все. Я сразу пришла на бизнес, сразу, ну, в общем-то, серьезно настроена, не просто попробовать продукт или посмотреть изнутри, там, демо-режим попробовать, а именно сразу на бизнес, уже сразу осознанно. Ну, конечно, какие-то моменты не получались. Я начинала, когда ребенок мой был еще дома, вместе с ней начинали, потом уже она пошла в сад, дочка, уже как-то побольше времени стало, и, в общем-то, начала пересматривать свою работу, наверное, да, начинала я переписками, все очень плохо было, сейчас читаю свои переписки и, в общем-то, сама ужасаюсь тому, что там писала людям, да, своим. Возможно, от этого результат не настолько был крутой, как хотелось бы, да, и ну, вначале, да, был хороший результат, хороший рост, но потом люди начинали уходить и как-то менялись, сливались, и постоянно вот это вот были, как качели. И поэтому так долго засиделась на этом уровне, и тем более приятно сейчас, что мы с командой вышли, то есть начался рост. И меня это безумно радует, что это не просто мы там пошли собрали баллов, да, с каталогами, а именно пришли люди с хорошим настроем, целеустремленные, ответственные, которые берут сами ответственность за себя и за свою жизнь и за свой бизнес. И я и мои спонсоры, мы с радостью будем помогать во всем, да, но, естественно, все зависит от вас, от вашего желания. Вот, девочки, спасибо всем, всем желаю роста, всем желаю достигнуть здесь просто небывалых высот, здесь вы сами знаете, что предела нет, лестница очень-очень большая, расти есть куда. Ну, а в плане того, что, может быть, у кого-то что-то не получается сразу, да, ну, просто нужно быть к этому готовым, да, что нужно искать новые методы, там, не знаю, выходить из зоны комфорта в том числе. Ну и пробовать новые методы, если у вас что-то не получается сейчас. Тормошите своего спонсора. Если спонсор вам не помогает или вы считаете его, в общем-то, недостаточно компетентным, может быть, да, смотрите других лидеров. Благо, примеров очень много, да, и все в открытом доступе в интернете, пожалуйста, смотрите, перенимайте их опыт и пробуйте. Вот, поэтому всех призываю взять ответственность за себя, за свою жизнь, свои ручки и начинать действовать. Вот, всем желаю успехов, спасибо за внимание.
Вер, спасибо тебе огромное. Такая классная у тебя речь. Здорово, очень сильно вообще мотивируешь. Еще раз удачи тебе, успехов и, конечно же, дальнейшего роста. Все верно ты сказала, на самом деле. Ребят, ну вот осталось совсем немножко времени, да, хотелось бы вам пожелать удачи, да, в результатах 5-го каталога. Всем, конечно же, расти. Хочется напомнить, да, идет квалификация на конференцию менеджеров в Болгарию. 5-й каталог такой ключевой, наверное, да, потому что в 6-м каталоге нужно делать обязательно новые уровни многим из вас. Вот, и в 5-м тоже, да, уже как бы, вот, соответственно, напоминаю, да, что, как бы, да, какие еще, те, кто, новички, которые пришли в конце прошлого каталога, еще участвуют в акции, они могут получить туалетную воду, новинку, да, в подарок, если квалифицируются, поэтому, пожалуйста, проверяйте своих людей, оповещайте их об этом, говорите им, давайте информацию, также они идут по стартовой программе, в своем ритме, да, акция у нас завершает этот каталог, мы получаем уже полотенце с водонепроницаемой косметичкой, если в этом каталоге мы делаем 50 баллов, то в следующем каталоге мы получаем классную сумку. И очень новая, очень шикарная, ребята, акция начинается, триумф успеха. Я считаю, что это очень классный инструмент для рекрутинга, просто замечательный, нужно им обязательно пользоваться. Все, конечно, уже знают и слышали информацию о ней, да, а новички получают вот такой шикарный набор браслетов, помимо участия в стартовой программе. Спонсоры, да, за каждого новичка, каждый балл новичка получает один спонсорский балл. И на спонсорские баллы вы можете получать подарки. Кроме того, за продукты, заказанные из книги красоты, а именно Novage, баллы удваиваются. То есть, скажем, заказал ваш новичок набор, да, Novage, экологем, да, допустим, там почти 130 баллов, и получаете все 260 баллов сразу. Вот такие стильные, классные аксессуары. Да, браслеты тоже вы можете получить, совершенно верно, за 100 спонсорских баллов можно получить набор браслетов. Вот, ребят, все уже себе обозначили, кто хочет какие подарки получить? Я, например, уже то четко себя обозначила и уже, в общем, очень хочу очень классные наборы за 500 баллов. Кстати, вот эти ручки Сваровские, это очень дорогая вещь. Я тут вот недавно узнала, что они там очень дорогие, в пределах 10-15 тысяч стоят эти ручки. Вот. Приглашающие спонсоры, Вер, да, я вот тоже этот момент хотела уточнить, ребята, как тоже не все ребята знают, приглашающие спонсоры получают спонсорские баллы, то есть, как бы, мне там написано, что приглашающие, точно. Эта акция будет с 3 апреля по 24 июня. Вот, да, вообще супер, то есть, как бы, сейчас просто поставьте себе цель, как вы хотите подарок, помимо роста команды, вы еще получите очень классные подарки. Очень красивые вообще, а я так думаю, что когда это все придет, и когда вы увидите в реале, я думаю, что это просто произойдет вообще все ваши ожидания. Вот, ну и, ребята, 2-3 слова, да, на фокус этого каталога, да, на чем сфокусироваться. Ребят, очень классная рекрутинговая компания. Отличный инструмент, уже повторюсь, да, скажу, для качественного рекрутинга, для хорошего рекрутинга. Шикарный каталог по созданию ЛТО. Я очень часто анализирую, когда я проходит первый день каталога, да, то есть какое количество баллов я получаю, да, на самом деле этот каталог показал, что по первому дню, первый день, вернее, как он очень сильно показывает именно на показатель такой балловый заказ. Вот. И вот этот первый день каталога номер 5 показал, что балловый заказ значительно возрастает, потому что те люди, которые даже, во-первых, проснулись некоторые уснушки, те люди, которые обычно делают 20-30 баллов, да, они сделали 70-80 баллов, то есть для меня это на самом деле показатели. Обычно, ну, вот,
этот показатель, он срабатывает. Поэтому вот делюсь, да, с вами, что действительно каталог очень хороший по созданию ОТО. То есть будите спящих, потому что очень много классных предложений. Будите спящих, в общем, будите тех людей, которые покупают только для себя, да, то есть даже не строят бизнес. Я думаю, что с этим упором можно очень сильно повысить балловый заказ. Вот, квалификация Болгария, да, новый уровень, да, то есть фокусируемся на новом уровне и делаем какие-то конкретные действия. Быть к себе объективным, да, то есть нужно реально оценивать, что ты делаешь, как ты делаешь, да, то есть давать себе четкую, правдивую оценку своим действиям. Пишем обязательно планы, обязательно, да, пишем планы. У кого еще не написано этот каталог план, обязательно сегодня напишите, потому что нет плана, нет бизнеса. Есть план, есть бизнес. Много обучаемся. Надеемся на единственного человека, это вы, не на партнеров, не на спонсора, только на себя. Только вы в ответе за свой результат. Вчера, да, вот у меня был такой занимательный разговор, и как бы там человек начал говорить, вот там, да тот не работает, этот не работает. Ребят, не бывает такого. Только вы в ответе за свой результат. Вот, проявляем активность. Ребята, проявляйте, пожалуйста, активность в чатах. Интересно читать диалоги, понимаете, не просто заваливание какими-то информацией, да, то есть сейчас все в открытом доступе, так и так все группы просматривают, все видео видят, просматривают, а когда делятся какой-то информацией именно живые люди, люди, которых мы знаем, это очень интересно, даже мне очень полезно вас читать, когда именно вы пишете какие-то свои мысли, да, свои отзывы, какие-то свои выводы пишете, это очень интересно читать. Если вы хотите, чтобы росла ваша команда, да, то есть, ну, нужно проявлять активность в чатах, потому что там же ваши новички сидят. Вот, спрашиваем спонсора, да, теребим спонсора. То есть, ну, не отмалчивайтесь, да, то есть хотите расти, значит, доставайте спонсора. И обязательно действуем, не говорим много, а именно действуем. Очень понравилось мне, я как-то давно его смотрела, но вот Настя в этот раз тоже кидала, я вот еще раз пересмотрела это видео, те, кто не видел, обязательно посмотрите. Он много об этом говорит, Гандапас, о том, что призовите себя в армию, да, так есть такое выражение. Вот на самом деле, когда я приняла активное решение развиваться в этом бизнесе, да, я примерно точно так же, по его принципу, это потом, конечно, я позже уже посмотрела, я просто договорилась с собой, написала себе четкий план, да, то есть, допустим, выходы, да, на 22%, и к такому-то каталогу я должна была выйти на 22%, и я себе пообещала, что до этого каталога я, не оглядываясь ни на какой результат, просто очень много и работаю. Ну вот честно вам, да, я признаюсь, это, ну, это было, наверное, где-то, ну, может быть, 5-6 месяцев, ну, на самом деле, это было в среднем полгода, но это было так, что каждую ночь я работала до 3 часов, то есть все свободное время посвящала работе, выходные, обязательно были встречи у меня, то есть когда была возможность оставить ребенка с мужем. Суббота, воскресенье, неважно. То есть иногда просто я сталкиваюсь с тем, что там партнер говорит, да, я там хочу, буду расти. И когда дело касается чего-то там, встречи или еще чего-то там, допустим, он говорит, а я там иду в гости. Ну, понятно, что это тоже важно, ребят. Но если вы уж приняли решение, да, то как-то должно быть так, что отдаваться этому делу нужно, понимаете? То есть отдаваться, пока не получите результат. Ребят, я полгода в таком плотном режиме работала, в очень сильном. Но потом я дала себе возможность отдыхать и как бы все остальное, да, то есть вот полгода просто не оглядываясь ни на что, пахала и очень много всего делала. Как бы, поверьте, это стоило того, действительно. Как сегодня мы в одном чате обсуждали, да, я настолько ленива, что сетевое это мое. Вот, ну, на самом деле, это стоит того, чтобы какое-то время очень активно договориться с близкими, да, ну, прежде всего, договориться с самим собой, что вот этот промежуток времени, да, да, я просто очень сильно отдаюсь этому делу. Вот. И еще самое, да, главное, не оглядываемся ни на кого, оглядываемся только на себя, то есть смотрим на свои изменения, не сравниваем себя ни с кем. Ребят, всем удачи, всем успехов в этом каталоге. Очень хочу, чтобы следующий каталог было гораздо больше поздравлянтов, гораздо больше слайдов, и мы поздравляли с более высокими уровнями тех, кого мы сегодня поздравляли.
да, чтобы они обязательно выросли. Ребят, удачи, всем пока-пока, до встречи в чатах.